Я вас приветствую, дорогие друзья. Я вас салут, стимас приятен. Сегодня очень большой праздник. Очень большой праздник для всех православных. Вы знаете, сегодня, когда все православные просят у друг друга прощения, значит, я хочу попросить прощения у всех вас. Хочу попросить прощения у всех вас за те отрицательные эмоции, которые, может быть, я кому-то принес в этом году. Хочу попросить прощения у всех своих близких, у самых близких мне людей, у моих родителей. Попросить прощения у всех граждан Молдовы за то, что, может быть, я что-то делал не так, как вы это ожидали. У каждого из нас, может быть, были свои взгляды. Каждый как-то, может быть, по-своему реагировал на ту или иную ситуацию. Но сегодня очень светлый день, день, который приносит положительные эмоции всем верующим людям. Мне на самом деле от всего сердца хочется вам пожелать только добра. Хочу пожелать вам только каких-то светлых, добрых эмоций. Быть как можно добрее, быть как можно внимательней ко всему тому, что происходит вокруг нас. Вы знаете, я даже вам могу сегодня в этот светлый праздник пообещать, что я не буду критиковать тех, которые делают что-то плохо или что-то плохое делают по отношению ко мне. Но тех, которые будут делать что-то плохое по отношению ко всем вам, по отношению ко всем гражданам Молдовы, то я буду критиковать очень жестко, потому что в этом я вижу сегодня основу своего жизненного пути, в этом я вижу, что многие нуждаются, поэтому защиту я буду всем тем, кто в ней нуждались до сих пор, по мере возможности все-таки буду ее предоставлять. Поэтому в этот светлый день еще раз простите за все негативное, что было. И надеюсь, что у нас будет больше светлого и положительного. Я прощаю всех тех, кто плохо что-то делал по отношению ко мне, но никогда не прощу тех, кто делал что-то плохое по отношению к вам. Я простил, Бог простит, и все друг друга должны, в конце концов, все нормальные люди должны прощать. Ну а про всех остальных начнем с понедельника. Поэтому Баюбеск, Водорезский мостик, Кэт Май Позитиве, Совет Спаченкаса, Севафии, Сосимте, Че Пропиац Калдора, Суфлитулы, Кариш Тиусигурка, Элау Мажоритати, Читатема, Вернее, Республика Молдова, Ше Совет Унан Кэт Май Фрумоск, Баюбеск, Яртацима Пентруточан Грешит, Начастази, начасто сербатуаре. Ше то тимпул кусуфлитул кярдака сан фарти де парите, уоркум кусуфлитул сан та парти де воем. Нкодате, им чер скузы, ше делачей, каря усферит, ше дин екипа, каря мунческ зи алетур де мин. Ой, дождец кью линии генерали, птоз воебеск, каорчи ом, каорчи крештин, Тиску, мой фашем, ктем пока, чиня вас, мой фаши дика. Дар вам улзимес пен шеч фачи, пен трумун казилник, каре ефортур ли каре ледипунец, зи-дизи. Проезжаю большой театр, но не видно отсюда. Ши, совет и эмоций, кэт мой позитив.
Поэтому с праздником вас всех, дорогие друзья. Дуам неожота. И еще раз простите за все, что было нехорошим. По крайней мере, я вообще считаю, что все люди, особенно те, которых вы видите с деревянными лицами по телевизору, значит, все должны просить прощения у граждан Молдовы. Потому что все мы виноваты в том, что Молдова сегодня находится в том состоянии, что находится. Поэтому спустя много лет я вернулся в Молдову и вернусь скоро опять, для того, чтобы исправить ошибки предыдущих товарищей. В Айбеск, в Асарут, в Окупринт. Всех люблю, всех обнимаю. И очень жаль, что сегодня я вижу очень много граждан Молдовы, но вижу их в церкви на территории Москвы. Не могу быть вместе с вами на службе в родной Молдове, в родных Бельцах. Люблю, целую, пока.